Подождите, мне где-то Хованский упомянул. Дайте угадаю, опять засрал меня, да? Ну, вы понимаете. А вот так шутить, как Антон Власов, не может практически никто из стримеров. Ни Эвилон, ни Джизус АВГН какой-нибудь, блядь, ёпта. Ни, ну, никто. Вот именно те шутки, разгоны, которые делают Власов, они намного выше, как бы, дают уровень контента, если бы он делал этот контент. Вместо того, он сидит и играет в компьютерные игры на стриме. Какие шутки? Юлик, бля, скетч про то, что, типа, хотите зарабатывать дохуя, тогда встаньте с дивана. А, наебало. Какой факт, блядь? Какой еще факт? О каких шутках вообще речь? Ёпта, блядь. Это, блядь... Это все? Монти Пайтон сосуд, блядь. Это что-то еще, ёпта. И это все, что про меня сказали? Это и, все. И что теперь, блядь, ёпта, что я вынужден смотреть на то, как мои друзья превратились в блеклые тени. Да, наверное, если это так считать, то крылья... Да, хуета, ёпта, бля. Ёпта, бля, по факту сказал. Шо по факту, я не понимаю, типа, о чем речь. О каких шутках там речь идет? Что там за шутки такие у этого человека, что, типа, даже я не могу так шутить. Почему я не могу? Я могу. Если это не запрещено Твичом, конечно. Только зубы, только зубы, я не знаю, почему. Не волкову, я не знаю почему.